Под зажигательные звуки оркестра управления Росгвардии началась программа фестиваля в Струковском саду. Организаторы основательно подготовились, чтобы удивить самарскую публику. Показательные выступления бойцов спецподразделения, большая выставка оружия, а также спортивная эстафета, где юнармейцы и ученики Самарского спортивного лицея показали мастерство. По легкой атлетике, посвященный фестивалю «Безопасный город», награждается гимназия номер 3 городского округа Самара, отряд «Миротворцы». У нас именно направлено то, что у нас была подготовка, чтобы мы могли работать с другими людьми. Это нас развивает в общественной среде. А патриотизм? Патриотизм, конечно, патриотизм. Ну, если ты не любишь свою страну, то зачем ты в ней живешь? Ребята повеселились, вот мы младшие классы привели. Девчонки у нас участвовали тоже против юнармейцев, сказали выступить. Нас вообще изначально как помощников сюда позвали, помочь там подбодрить ребят наших. Мы их позвали, вот, юнармейцы вышли. 5-0 что-то победили мы резко. Победили, не знаю, может где-то воля, может где-то характер. Спортсмены, они же такие волевые. Особое внимание гостей акции «Безопасный город» привлекли показательные выступления сотрудников ОМОН на спецтранспорте. Бойцы продемонстрировали броски, приемы рукопашного боя с холодным оружием и подручными предметами, экипировку и снаряжение инженерно-технических групп и боевых пловцов. Цель нашего сегодняшнего праздника – показать, каким образом Российская национальная гвардия может обеспечить общественный порядок и общественную безопасность в совокупности с другими силовыми структурами. Показать свои новинки в сфере охранной деятельности, оказать посильную помощь в вопросах оформления оружия нарезного либо гладкоствольного. С Росгвардией наш город, страна может спать спокойно. У нас целое движение военно-патриотической юной армии, то есть много детей. У них также присутствует строевая подготовка, все, то есть, ну как, они готовят молодое поколение к войскам, то есть службе в армии. Юную армию можно в Росгвардию попасть. Смело, да, конечно. На одной из площадок гостям праздника рассказывали о том, как правильно приобретать, хранить и носить гражданское огнестрельное оружие. Валерия Куценко, Максим Гусев, события.